добывать сгущенное молоко. Туда? Не-не, Шкода, то рабочий инструмент, с помощью которого Леонардо Йонович зарабатывает гроши. И что, и сейчас... А смог кто ты будешь? Ты будешь пробовать, но ж нет. Что? Ты будешь пробовать. Какой прекрасный запах. Гроши не пахнут. Сколько час, сколько вартує одна година вашей работы? 1700. А? 1700. Всего лишь? В долларах? Да. Ясно. Не брызнешь? Вот с помощью такого пылесоса можно не только собирать опилки, стружки. И телефон тоже. И телефон тоже. Слабое давление. Ну ничего, мы сейчас исправим ситуацию. Бензин кончился. А, воды нет. Ну мы сейчас воду найдем. У нас воды много. Вначале я подумал, что это пахнут ландыши, а теперь понял, что это не ландыши. А деньги не пахнут.